Колени выезжают вперед, переносите вес на носочки, пятки отрываете. После того, как вы сделали что-то, да, укеп, ноги, смотрите, теперь я его делаю неудобно. Смотрите, кивёрус. А важно, чтобы у вас бедра сработали. Да, мецки это то же самое, ме глаза, цки приколоть. Вы вашими глазами должны вашего оппонента все время прикалывать, держать. И оппонент должен также вас держать. Тогда вы обеспечите форму авасы совместно. Раз. Вот это положение для меня достаточно. И как бы он ее не хватал там, она, если вы контролируете локоть, то нанести удар одной рукой невозможно. И вот сенси здесь. Вторая рука, она в принципе наготове, чтобы делать все, что угодно. Она наготове, но он вынужден защищаться от моей второй руки. Поэтому, соответственно, не делали так. Потому что это приводит к тому, что вы хватаетесь. И пока вы хватаетесь, вы теряете вашу эффективность. Это не значит, что это неправильно. Это не значит, что так нельзя сделать. Больше нравится вот такая форма исполнения. По одной простой причине, что именно ей Миямото-сенсей, именно ее Миямото-сенсей меня пытался внедрять. Ну вот, собственно. А я не знаю, что я имею в виду. Тони, эй!